Ой, значит, мы находимся на Дав Кафхет. Начнем Мишну. Миша Ярушо в рубой басука. Тот, кто сидел Рушо в рубой басука. То есть его, большинство его как бы тела, большинство его сидел в суке. Большинство его это самое. Вышел Хано Батохабайт, а стол его стоял, за которым он ел, стоял в доме. То есть полностью в доме. Бетшамай Послин, Абазирель Макширин. И здесь, как бы, как сказать, как мы уже разбирали в первом переке, это вещь, которая она очень странная. Значит, если сука большая, значит, про что здесь говорится? Значит, здесь мы сказали там в первом переке, что здесь говорится, на самом деле, две разные аллахи. Первая аллаха, когда сука маленькая, то что туда не влезает только рушо, рубой не влезает шурхана. То есть 6 на 6 твахим, 6 на 6 ладони, 6 на 6 кулаков. В таком ситуации, побейс шамай, это не кошерно, побейзили, это кошерно, но аллаха кабейс. Гиль или хора. Кабей Шамай. Вторая аллаха здесь, которая спорит, когда человек сидит в суке, даже большой, а стол у вас находится в доме, вне суки. Вопрос здесь совершенно другой. Сука, конечно же, кошерная. Но что, возможно, так делать нельзя. Драбанан, почему так делать нельзя? Потому что боимся, что он и Машеха Хара Шурхона, что он будет, как сказать, там, начнет есть так, что это самое, как называется, что заползет за своим столом вовнутрь дома и выползет из суки. Поскольку так нельзя делать. Так объяснил в первом пороке Мура, что здесь как две вещи. Поэтому, потому что здесь на самом деле, как сказать, язык Мишны очень непонятный. То есть сначала есть то, что сидит так. Если это большая сука, после нельзя сказать, что после, то сказать, что сука не кошерна. Здесь говорится про суку маленькую, которая держит только, которая может поместиться только Рошоу Рабу ближе ухода. То есть сам человек без стола. И вторая лоха, когда в большой суке. Омрулаем Бейзирили Бей Шамай. Сказали Бейзирили Бей Шамай. Локаха Яма Асе, разве не так был случай? Какой был случай? Шалхузик не Бей Шамай, зих не Бейзирили. Шастарца Бей Шамай Бейзирили пошли Левакер Эсраби Йохнан Бен Ахоранит. Пошли как навестить его, не знаю, что болел, или еще что-то, не знаю, что. Они пошли навестить человека по имени, то есть мудреца по имени Раби Йохнан Ахоранит. Омацу Ша Юшев Рушо Рубоба Сукава Жуханоба Сухабайс. Они нашли, что он сидит как раз таким образом, а именно Рушо Вруба, так сказать, сам он сел в суке, а стол находился в доме вне суки. Вло, ямру, лой, давар, и они ему ничего не сказали. Если бы так делать нельзя, они бы, наверное, сказали, что так делать нельзя. Омру, ламбей, шамай, скайбе, шамай, шамра, я оттуда привозил доказательства, они ему да сказали. А в эм омру, лой, даже они ему тоже сказали, что ему сказали, им кэ на ису на гэк, локи ямта митсва сука ми мехо. Если бы так ты сидел всю жизнь так был, то ты никогда не выполнял митцву суку. Несмотря на то, что лихур это псуль драбанан, несмотря на это, как бы, ты никогда не выполнял, или хотя бы суку нормально не выполнял. Значит, это часть Мишны, которую мы более-менее разобрали в первом переке, на самом деле, уже. Всю эту историю, как сказать, это Махлокес Бейт Шамай Базили, Лаха здесь как Бейт Шамай. Сейчас называется новая часть Мишны, которую мы до сих пор не учили, которую сейчас начинаем учить. Ношим, воводим, вектоним, втурин мина сука. Женщины, рабы и маленькие дети, они не обязаны выполнять митцву сука. Значит, все эти три категории, они не обязаны выполнять митцву сука. Значит, Гмара здесь, Мишна здесь тоже самое сразу себе противоречит. Котен шейнов садихла имой. Ребенок маленький, которому не нужна мама. Что как нужна мама, Гмара объяснит, что ему, так сказать, он уже не совсем привязан к маме. Хаябы сука. Он обязан сидеть в суке. Что такое хаяба сука? Это называется митцвот хинух. Значит, драбону дети обязаны выполнять митцвот с того времени, когда они как бы способности их понимать, способности их выполнять. Значит, каждая митцва, у нее свой, как бы, более-менее смотреть нужно на каждую митцву, когда ребенок уже способен ее выполнять. В суку, значит, определение суки, когда ребенок обязан выполнять митцвот суку, когда он лоцар их лимой. Ему не нужна мама. Что такое ему не нужна мама? Мама всем нужна. В этом смысле он уже может не привязан к маме, не крутится вокруг мамы, он может уже сам, поэтому он обязан сидеть в суке. А почему сука так? Суке тоже нужен, он не нужен, сам понимает суку. Катан, он уже это сам, он уже что-то понимает. Что-то может понять, что это сука, митцва, сидит в суке, сейчас сука. Вот можно такую вещь можно понять, сейчас митцва сидит в суке, это может понять. Почему другая? Может, понять, сейчас свою смену, свою суке? А? Нет. Это которая намного позже, 5-6 получается.
Дадим море. Сейчас видим, что Калид Мам это не такая простая вещь, это я не помню, сколько помню, это немножко другая проблема, дойдем до этого. Майсе Вейлда Калойсу Шамая Зокен. Случай был, и родила невестка Шамая Зокена. То есть у самого Шамая была, был, наверное, сын, который женился, и эта жена его родила ему сына, внука Шамая, судя по смыслу. И она его только что родила перед Суккотом, что сделал Шамай? Он разобрал крышу над ребенком, там лежал ребенок, и сделал сверху схах. То есть это противоречие, опять же, тому, что очень тоже учили. Потому что очевидно, что ребенок, который родился только что, он, видно, что цорих римой. По всем мнениям, он без мамы никак не может. Несмотря на это, Шамай Зокон, что он сделал, сделал так, что он лежал в суке, спал в суке. Он еще не ходил, естественно. Только лежал, и он сделал над кроватью, где он лежал, он сделал схах, сделал крышу такую для суки и кошер. Значит, в любом случае у нас получается, что женщины, рабы и катаны, значит, как это нужно понять, давай повторим, что у нас получилось, что женщины, дети и рабы не обязаны платить мицву суку, значит, женщины и рабы вообще не обязаны. Дети, начиная с того возраста, когда это называется гиляхинух, что такое гиляхинух, это возраст, когда уже есть мнение, если нужно воспитывать, они обязаны выполнять мицву от сука какой-то возраст, пока он, когда ему мама не нужна. Что такое мама не нужна, будем называть Гмору. Спрашивает Раши Минхан и Миля, откуда мы это знаем? Объясняет Раши, что такое, откуда мы знаем, что Раши не объясняет. Откуда мы знаем, судя по ответу, что откуда мы знаем, что женщина обязана сидеть в суке. Татан Рабона есть брайта. Израх за израх. О израх, луци, эса ношим. Что это значит? Что в Ваикра написано следующая вещь. Коля Израх и Шуба Суккот. Значит, Ваикра. О! Коля Израх и Срэль Шуба Суккот. Есть такая это самая. Есть такой пасук. Вахагасэм и Сухагу Шлашэм. Шивасимим Башанах. Укат Улам Лудрой Сухэм. Ухода Шашми Тахугу Исой. Суккот и Шу Шивасимим. Коля Израх и Исруэль. Тишву и Шуба Суккот. Весь Израх, любой из Израха в Исраэль, пускай живет в суке. Значит, слово «израх» – это вещь, которую очень тяжело перевести. Слово «израх» – я не знаю, как ее так сказать. Современное иврите – это гражданин, насколько я знаю, да? Современное иврите – это гражданин. Зачем на вторе слово написано «гражданин»? Очевидно, что никакой разницы. Гражданство – это вещь, которая появилась намного позже, чем была написана «тура», слово «гражданство», я думаю. Значит, что обозначало во времена, так сказать, во времена «тары» слово «израх»? Значит, что значит «нимна» – «насталашон акойдыш», на настоящем. Иврите нашел на коде, что значит слово «израх», перевести очень сложно. То есть, типа житель, типа я не знаю, что. Но почему здесь житель, почему называется «коль израх» в Израиле, так сказать, всякий житель царя, если он не житель, не в Израиле. То есть, значит, вещь, которая не очень понятна. «Израх», так сказать, это самое. Нужно понять, что она значит. В любом случае, говорит Мара, что если написано «израх», это «израх», я подумал, только «израхим», только тот, кто называется житель, он обязан исходить. «Хо израх», написано «коль хо израх». «Хо» это, как называется, определенный артикль, что называется. А израх, не простой израх, лоуце это ношим. Сказать, что не любые, не все израхимы, только определенные. Израхим не все, как бы это целка, только определенные, они обязаны себе суке, а неопределенные менее обязаны. Что такое определенное, что такое неопределенное, я говорю, что определенное это ношим. То есть ношим они, определенные это говорим, это же это мужчины, это которые, так сказать, поскольку детей, то сказать, что те самые женщины не обязаны суке. Написано «Коля израх», «любой израх». «Коля» — это всегда нужно сказать, что что-то еще, кто-то еще, кто я подумал, что не должен съесть суки. Он да, должен съесть суки. А с «Коля» работает «Ктаним». Отсюда я знаю, что «Ктаним» — дети обязаны съесть суки. Какие дети, которые «Гелюхинух»? Это очевидно, что это не «Драшаг Мура», это «Асмахта» или «Хура». Потому что дети не обязаны платить мицву до 13 лет. Это то, что называется «Асмахта», то есть намек Торе на тот закон, который пристановили мудрецы более поздно, именно что и дадим к тане обязан принять мицвот. Драбон, давай здесь сегодня остановимся.